Я пока залягу ненадолго. Может, в гараж скатаюсь или еще куда. Сильно засветился. Давай, до скорого. Oh.
Эй, здоров! Вся эта суета жизнь мне портит. Так что последний заезд и по домам. Ну чё, состыкуемся? Дадим угла. Давай. Oh.
Тут такое дело. Слышал про этого Эдди с восточного района? Он раньше был главным заводилой. У него есть еще симпотная подружка Мелисса, с которой я как-то... Ну ладно, в общем, неважно. Давно это было. Они устраивают гонку для элитных гонщиков. Элитных, значит, с высокой репутацией. Будь на связи. Мне по-любому надо запостить эти фотки. Может, их увидит мой кумир, понимаешь? Только это... У нас тут конкурентов не истребляют. Нет. Так что... Балансируй мотор, чтоб на всю работал. Это этап второй. Ясно? Знаешь, что Накай Сан раньше был стритрейсером, как и мы. А теперь разъезжает по миру, собирает тачки для самых престижных клиентов. Так и есть. Я нереально крут. Слушай свои звуки джунглей, Ману. Выложила тут фотку нашего творения. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего. Ага. И правда круто. Теперь ночь будет не спать, ждать, когда кумирик лайкнет. Ну и что такого? Эй, ты и так все время под капотом торчишь. Пора тебя на улицу вытаскивать. Погоняешь. Ладно. Давай, увидимся. Peace. Помнишь про то состязание? Про Эдди с восточного района. Они начинают собирать народ, а твоя репутация пока не дотягивает. Дрифтуй, гоняй, наматывай круги. Да хоть мир спасай, мне без разницы. Только попади в этот список, понял?